Damn. Всем привет, ребят, с вами Джилав и Анатолий Быков, и в этом видео я вам покажу лучшую игровую клавиатуру 2022 года. Итак, ребят, это видео будет кратким, так как я уже снимал обзор на данную клавиатуру. И, собственно, тот, кто хочет узнать еще больше информации об этой клавиатуре, то смотрите мое первое видео, мой первый обзор. Там я очень хорошо все объяснил, рассказал и показал. Ссылка, ребят, будет ниже в описании под видео. Ну а сейчас мы еще раз взглянем на данную клавиатуру, и я вам расскажу, почему же я считаю эту клавиатуру самой лучшей игровой клавиатурой 2022 года. И вообще, это лучшая игровая клавиатура топ-1 в мире. Вот. И, собственно, об этом поговорим. И давайте приступим, поехали. Смотрите, клавиатура моя называется Genlove Emily, где Genlove — это логотип моего бренда, Emily — это название клавиатуры. Кстати, предыдущую свою клавиатуру, прошлую, которую я создавал, я называл Genlove Olivia. И в то время я решил продолжить эту тенденцию, называть свои игровые клавиатуры женскими именами. Как вы уже поняли, что эту игровую клавиатуру я создал сам, и я сейчас сказал свои игровые клавиатуры, но это не значит, что она лично моя. Эта игровая клавиатура, она продается, и вы можете ее приобрести у меня, купить. Вот, ладно, это немножко отвлечение от темы. Ну, это не значит, что я изготавливаю клавиатуры только для себя. Я их изготавливаю и для себя, и для продажи. Итак, поехали. Смотрите, ребят. Начнем с самого главного, а именно с уникального расположения переключателей. Потому что именно это делает... Извините, воздуха не хватает, немножко приболел, нос заложен. Вот. Именно это уникальное расположение переключателя делает эту игровую клавиатуру по-настоящему игровой, потому что именно это приносит максимальные результаты и пользу в играх. Уникальное расположение. Сейчас более, так сказать, кратко, сжато я вам обо всем этом расскажу. Хотите подробно, смотрите мое первое видео, мой первый обзор. Смотрите. Вот у человека есть кисть. И на кисти мы совершаем, вот пальчики наши, естественное скручивание движения, да, вот. И в результате тестов и экспериментов я выяснил, что именно вот такое вот движение пальчиков, да, скручивание, разжатие, да, сжатие или разжатие, это для человека самое комфортное, приятное и удобное движение. И самое главное, оно является самым быстрым. То есть любой человек очень быстро может так вот сжать пальчик и разжать. То есть это для него самое быстрое движение, да? Вот так же и для большого пальца. Вот такое движение, это очень комфортное и быстрое. Вот, и я расположил все переключатели по траектории скручивания пальчиков. То есть, смотрите, индивидуально для указательного пальца, вот 5 переключателей, для среднего пальца 3, для безымянного 3, для мизинца 3. И 6 переключателей для большого пальчика. Что нам дает это уникальное расположение переключателя под каждый палец? Смотрите, сейчас кратко. Во-первых, это нам дает максимальную эргономику, то есть нам очень комфортно, удобно прожимать все переключатели. Вот, очень комфортно нам это делать. Вот, комфорт, приятно, удобно, легко все это делать, прожимать. Мы не совершаем никаких лишних дополнительных движений кисти и так далее. Просто одним движением пальчика мы прожимаем все необходимые нам кнопочки. Вот. Я показываю указательный и большой, потому что, чтобы вам было лучше видно. Но то же самое и с средним пальцем. С средним пальцем можем тоже комфортно прожимать. Также и безымянным.
и мизинцем. Вот. Смотрите, теперь дальше. Комфорт выяснили. Второе. Нам это дает самое главное – эффективность. Помимо комфорта, эффективность заключается во многих вещах. Во-первых, эффективность – это в том, что мы это сделаем без промахов, без мискликов, без ошибок. И мы прожмем именно ту кнопку, которая нам необходима. Ну, давайте по порядку. Смотрите. Мы никогда не промахнемся. Мы нажмем именно ту клавишу. Почему я на этом делаю акцент? Потому что в обычных клавиатурах, которые люди называют игровыми, там всегда люди, даже когда профессионалы играют, они промахиваются, либо не успевают нажать, допустим, там F2, F3, когда двигаюсь вперед, или какую-то еще клавишу. То есть человек двигает рукой, смещается, да, кисть, и он промахивается, мискликает, или нажимает не то, что нужно, или две клавиши зажимает и так далее. В этой игровой клавиатуре такое сделать невозможно. Почему? Переключатель расположен уникальным образом, и мы совершаем одно движение, одна кнопка получается. Одно движение, одна кнопка прожимаем. Одно движение, одна кнопка. То есть движение влево, одна кнопка. Движение вперед, одна. Вот. Вбок. То есть мы никогда не прожмем две кнопочки, и мы никогда не промахнем. Всегда прожмем то, что нам необходимо. То есть вот так. Даже тут, когда мы прожимаем эту клавишу, мы всегда прожмем ее. Мы не зажмем вот эту, она, потому что эта кнопочка расположена глубже. Ну, то есть суть идеи в том, что все расположено индивидуально под каждый пальчик. То есть переключатель расположен на разной высоте, раз. И каждая кнопочка расположена здесь под разным углом, для того, чтобы нам это было комфортно, эффективно прожимать и так далее. То есть все сделано так, как должно быть в настоящих игровых клавиатурах. Смотрите, то же самое и для среднего пальца. Индивидуально каждая кнопочка расположена на разной высоте, под разным углом и так далее, чтобы мы могли все это прожимать. Мы сейчас поговорили о том, что мы не промахиваемся, не мискликаем. Теперь дальше. Самое главное, что в играх, это скорость. То есть мы, используя такое расположение переключателя, ребят, прожимаем все кнопочки очень быстро. Всегда мы на такой клавиатуре прожмем кнопки намного быстрее, чем в любой другой обычной игровой клавиатуре. Смотрите, простой пример. Допустим, в обычной игровой клавиатуре вы захотели прожать клавишу какую-нибудь, которая там передняя, да, там F2, F3, там, или нужно совершать движение кисти и прожимать, да, там, вот. В этой же клавиатуре не надо никакого движения кисти совершать, чтобы прожать клавишу. Мы просто по траектории движение нашего пальчика, либо выпрямляем, вот так вот, мы сразу прожимаем. Раз прожали, раз прожали. Это мгновенно, это быстро. Вот. Также, ребят, назад. В обычных клавиатурах надо там немножко смещать кисть, чтобы прожать, потому что там кнопки неправильно расположены в обычных клавиатурах. Тут смещать кисть ни вправо, ни влево не надо. Здесь просто движение пальчика назад, скручивание. Вот такое естественное движение скручивания. И мы сразу прожимаем клавишу. Раз и все. Можно вот так прожимать, можно вот так, переставляя пальчик вверх-вниз и так далее. То есть мы никогда не зажмем, не ошибемся. Вот, не ошибемся, это я уже рассказал. Мы всегда совершим это быстрее, чем в обычных клавиатурах. Необходимо на кнопку нажим. Третье, ребят, эффективность. То, что в этой игровой клавиатуре мы прожмем гораздо больше кнопок за единицу времени. Что это означает, ребят? То есть мы здесь за какую-то там секунду, долю секунды или там полторы секунды, ну не важно, за какую-то единицу времени мы в этой игровой клавиатуре прожмем больше кнопок, успеем прожать больше кнопок, чем в обычной клавиатуре. Ну сейчас я вам покажу. Ну, вот, допустим, на указательном пальце. Постараюсь максимально быстро. Но опять же, это просто... Ну, это и так понятно. Вот, намного быстрее. Вот, за какой-то... То же самое и на среднем пальце. То есть, это не важно, какой палец. Потому что все очень удобно и эффективно. И безымянный. Одинаково. И мизинец. И большой палец. Давайте большим пальцем максимально быстро. Вот. Соответственно, в любом игровом моменте
который у вас будет в игре, вы быстрее среагируете, чем ваш соперник. Ну и давайте дальше. Третья эффективность. Смотрите, когда это все вместе сочетается, когда нам максимально это удобно, комфортно, эргономично прожимать, во-первых, это и легко, и приятно. Соответственно, это тоже в совокупности всю клавиатуру делает намного эффективнее и полезнее в игре, чем любую другую обычную клавиатуру. Вот. Вот так. Вот, это кратко, ребят. Я почему решил кратко? Потому что, чтобы не смотрели у видео по 30 минут и так далее, по 40 минут. Кратко. То есть печатели уникальным образом расположены, что дает нам максимальную эффективность в играх. То есть мы в единицу времени можем быстрее прожимать кнопки, больше кнопок и так далее. И без промахов, без ошибок, без мискликов, все четко, точно и так далее. Теперь смотрите, ребят, идем дальше. Если кто-то скажет, что эта клавиатура не подойдет для моей игры, там и так далее, мне нужны определенные значения клавиш, а здесь такого нету. Я сразу скажу вам, ребят, на данной клавиатуре возможно любую кнопку, любую клавишу переназначить, абсолютно любую кнопку, которую вы здесь видите, переназначить. Что значит переназначить? Это означает, что вы можете, допустим, ну просто для примера, допустим, вот эту вот клавишу, которую я кликаю, допустим, вы сюда можете поставить любое значение, хоть Alt, хоть Shift, хоть R, F, там, W, там, любое значение кнопки сюда можете поставить. Каким образом? Просто скачиваете программу с официального сайта, заходите и меняете значение. Можно переназначить хоть все кнопочки. То есть любую кнопку можно переназначить. Как это сделать, смотрите более подробно в первом моем видео, в первом моем обзоре. Также, ребят, клавиатура имеет три профиля. Три профиля. И, собственно, вы можете настроить клавиатуру под три разные игры. Вот. Также на клавиатуре можно создавать макросы. Макросы есть различные. Там есть прям очень возможностей много в создании макросов. И с мышками, и с там, в общем, много возможностей. И различными вариантами можно создавать, если это необходимо. Так, вот. То есть возможностей у клавиатуры очень много. Вот, ну это опять же, смотрите более подробно в первом видео. Кратко, если еще сказать, смотрите, клавиатура, она имеет, собственно, переключатели Cherry MX Red RGB. Здесь оригинальные стоят, потому что я использовал именно такие качественные, надежные переключатели, так как клавиатура имеет литой корпус, цельный литой корпус. Здесь невозможно вытащить переключатель. Вот, соответственно... Это максимально надежные переключатели, они вам долго послужат. Вот также, ребята, у клавиатуры кейкапы, вот эти вот колпачки у нас, из качественного пластика, ПБТ-пластик, он никогда в жизни не сотрется и послужит вам очень долгое время. Вот, ну, про литой корпус я говорил, про более детальный обзор, как она выглядит, тоже можете посмотреть там в первом видео, в первом обзоре. Что еще хочу добавить, ребят? То, что клавиатура эта продается, вот, я изготавливаю не только для себя такие клавиатуры, но и также и на продажу, и вы можете у меня ее приобрести. Сразу хочу сказать, что стоит она недешево, но вы, когда хотя бы раз попользуетесь такой клавиатурой несколько месяцев, вы поймете, что вы больше ни на чем играть не хотите. То есть вы хотите будете играть только на таких клавиатурах. И другие клавиатуры вам больше никогда в жизни не понадобятся. Особенно, что вам больше всего понравится, я вам сразу скажу, использование. Это вот этих кнопочек, вот этих вот. Вот это вот прожатие. Это просто бомба. И вот это вот прожатие, которое дальнее. Это, ну и также передний. Ну, в общем, вот... Вот это просто вы должны потайпить, ощущение испытать, насколько это комфортно, легко ощущать, как это классно все прожимается, удобно, быстро и классно. Вот. Ну, после использования такой клавиатуры вы на других клавиатурах больше никогда не будете играть. Вот. Это я точно знаю. Ну, опять же, еще хочу добавить. Ну, конечно, сами вы уже поняли, что эта игровая клавиатура, она создана именно для правой руки. Естественно, я в будущем создам и для левой руки клавиатуру, но, соответственно, тот, кто пользуется и играет правой рукой, это то, что ему нужно, если он хочет самую лучшую игровую клавиатуру. Вот, ну, по поводу приобретения, ребят, пишите мне
ВКонтакте, в комментариях, звоните на телефон. Все есть ниже в описании, вся информация. В WhatsApp, ну как вам удобно. Задавайте любые вопросы, на любые вопросы я вам отвечу. Вот, по поводу того, что ее можно настроить и предназначать кнопочки, я сказал. Вот, по поводу макросов, ребят, я засниму отдельное видео, еще не снимал. Как на этой клавиатуре создавать макросы и использовать в Dota 2. Ну, я просто только в Dota играю, поэтому я могу там показать. Вот. Ну, собственно, все, ребят. Вот такой вот краткий обзор. На этом заканчиваю. Всем, кому что-то понравилось, есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, буду рад ответить, кто заинтересован. Все, всем спасибо, пока.